Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растение против зомби. Вторая часть». Начнем с ивента. Хочу посмотреть, хочу получить себе немножко денег и какие-нибудь интересные растения именно с тех сундучков и подарочков, которые будем выигрывать здесь. Да ладно, что такое простой ивент? Пхи, обычные зомбики идут. А, ну если вы мне будете давать только вот эти вот грибочки, то да. Тогда дело дрянь. Ну что это? Ну ёк-макарёк, ну. Сейчас будет... А, нет. Вот, дали яблочную мортиру. Уже повеселее будет, ребят. Уже повеселее будет, что мы вот так можем сделать. Нате-ка вам. Выкусили, а? Ага. Блин, как же я обожаю яблочную мортиру, а? Кто бы знал, друзья мои. Классная штука. Плюс она еще немножко как бы станет зомбарей. И вот это вот топчик. Оу, чет. А кто же знал-то? Кто знал, что здесь будет, ребята, телепорт? Я больше уверен, что никто этого не знал. Поэтому шипы сюда, прям перед телепортом, прям вот по этой дорожке. Пускай вот они будут идти по этим шипам и отдупляться. Да-да-да-да-да, именно на это и было рассчитано. Так, а я вот сюда еще шипы закину. Еще яблочную мортиру поставлю сверху. А уже тут два портала, ты прикинь? Ребята, тут уже два портала, оказывается. Блин, ну вот тебя-то тут только не хватало. Ну, какого лешего-то ты-то сюда вышел? Так, ну-ка, взрываем. Взрываем, конечно, ребята, все к ядрене фени. Мне нравится эта вот музыка веселая. Очень нравится, серьезно тебе говорю. Мне напоминает сразу какой-то фильм. Из какого-то фильма старого. Старого детского фильма. Я даже больше скажу. Из старого детского фильма моих времен. Вот так вот. Что это? Ползет тут сверху. Слушай, ну, если это ивент весь, то очень прикольный, мне нравится. И поэтому я, пожалуй, ко второй разик тоже, с вашего позволения, поиграю. А вот этот вот мне не нравится. Он же толкать сейчас будет. Он же будет толкать, друзья мои. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он сейчас вытолкнет. Он вытолкнет мою яблоньку в зашей. Да, он ее вытолкнул, к сожалению. Мортирка, конечно. Вот, все, я уже думал, пора тратить газонокосилку, но нет. Обошлось. Ух ты, отлично. Прекрасно. И 1500 монет. Ребят, ну давайте еще разочек пройдем. В принципе, ивент несложный, но выгодный. Так, контини. Ну что, я готов. Зомби тоже готовы. Поехали. Ну этих можем сюда даже выставлять уже. В принципе, ничего страшного. И орешками, как говорится, прикрываться. Все равно будет яблочная мортира, которая, естественно, будет их сразу же станить. Сразу же. Так, орехами с тобой просто ряд заклепаем. И будем ждать. Вот, яблочная мортира пришла. Ну, сейчас будет все четенько. Тем более она у нас более-менее так прокачана неплохо. Так что все отлично. Выставляем еще по рядочку с тобой тогда вот сюда. Можно здесь, кстати, в два ряда орехи сделать. Да, но не забывай, что здесь портал. Вот, он уже появился. Он уже появился, и уже зомби тут как тут вылезли. Давай вот так вот сделаю, наверное. Ну куда ты вот куда ты идешь, а? Вот скажи мне, наверное, вот куда ты прешь? Мы же можем, по-моему, они все, да, реагируют? Да, они все реагируют. То есть ставишь как бы на одного, а реагируют абсолютно все. Ну-ка, вишню. Можно? Нет, здесь нельзя. Ее можно вот тут вот. Бумс. Так, зомби летающий. Съест он? Нет, он не съел гриб.
Ну все, тут уже можно расслабиться по полной программе. Бамс. Такие взрывы там конкретные. Кто, чё? А, ну вижу, вижу, вижу. Да-да-да. Явился, не запылился опять этот толкун. Давай еще разочек, наверное, с тобой сделаем. Он должен рассыпаться. Не может быть он таким. Вот, все. Стопэ, а ты-то откуда здесь взялся? Тебя здесь быть не должно, если честно. Все, сдулся. Ну что, давай с тобой добирать последние. Последние пиньеты. Ну, что это? Вот это хорошо. Power Wayne и 1000 голды. Ну что, ивент прошли. Так, Пенни прусует, ну это все понятно. Нью моды. Нью моды. Так, секундочку. Мы с тобой зайдем, наверное, на огород сейчас. Что у нас там на огороде? Созрело. Созрело дофига чего. Так, монетки. Забираем, забираем. Орех. А здесь высаживаем. И поливаем. Все. Все прекрасно. Так, теперь посмотрим, какие у нас квесты доступны. Это я могу забрать, да? Так. Приняли. Так, это нужно сыграть нам в Пенни Прусуит. Хотя бы один уровень, пишут. Ага. Собери 40 семян. Плюс сыграй на арене один матч. Так, посмотрим здесь. Нет, вот ивенты. Так, вот это вот что такое, не могу понять. Фиг его знает. Ну что, ребята, я предполагаю, мы пойдем с тобой сегодня вот за этим паком. 23 дня этот пак будет висеть. Чтобы он здесь не висел, нам нужно пройти его. Пройти это испытание и забрать. Не люблю, когда вот эти вот штуки стоят на земле. Вот эти вот слизни мелкие, потому что они загораживают мне нужные клетки. Power Wayne. Пускай будет здесь. Сразу же кактус ставим. Кактус у нас в довольно прикольных таких одежках. Слушай, ну пору вообще классно они бомбят, смотри. Мне нравится. Угу, васаби. Опять же, очередные кактусенки. У кактуса иголки пролетают через все. Через все поле, ребят. Так что нормуль. А вот мы с тобой и зачистили уже здесь. Зачистили территорию, поэтому можно... Ох, пиратики тут бегут. Угу. Беспонтовые пираты. Они нам ничего здесь сделать, я смотрю, не могут. Хорошо, мы их тут жучим. Они приземляются уже заведомо, как говорится, без голов. Все искрится, все горит. Ха. Вот ты посмотри. Смотри, как классно тут все искрит. Прям какой-то этот ночной Токио. Все в огнях. В огнях от этих зомбарей. Угу. Так, сюда поставим еще, наверное. Все, это последние зомби, которые остались. Ну, сам понимаешь, первый уровень, он на то и первый, чтобы быть легким. Дальше будет все только сложнее. Так, дай сюда монетки. Монетки нам нужны. И переходим на следующий этап. Ага, ты видишь. Потихонечку накопилось у нас здесь. И здесь. Ага, все. То есть мы что-то можем с тобой забрать бесплатно. Бесплатный только, по-моему. Угу. В мышеловке. Сыр, да? Так, ну что, мы с тобой продолжаем. Где у нас тут? Вот. Вот он этот.
А задание, это миссия. Давай, 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 ромашечка. Ох ты, блин. Зомби под усилением. Ох, ёк, и роботы там. Блин, мне вот это вот не внушает доверия. Ох, как не внушает мне это все доверие. Не знаю, зачем я вот это так вот сделал все. Power Lily, давай, 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 давай. Погнали. Этого-то нифига не задели. Этого-то не задели. А он ему пофиг. Нет, не пофиг. Уничтожили мы его. Так, курятники там бегут. Курятники, это плохо. Че, влупляем? Офигеть просто. Круто. С одной стороны это круто, а с другой стороны, ребят, я уже не могу никуда ничего поставить. Понимаешь? Только вот сюда если. Ну что, влупим еще? Нет, не будем. Давай влупим еще раз. Окей. Еще одна Power Lily. Сюда поставим. Так, внизу вот у нас вот маловато внизу. Офигеть, посыпаем тут всех. Да, роботам я не завидую, конечно. Потому что именно против электрических и против механических у нас вот эти вот растения офигенно рулят. Ага. Ага. Бежит, 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 ребята, Гаргантюа. И причем он, по-моему, не один там бежит. Мы его победили? Нет, не вижу нифига. Нет, не победили мы его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что происходит, ребят? Ох, сжигает все, да? Неужели промнут? М? Неужели сомнут нас здесь? Что-то говорит именно об этом. Ну, сейчас они тронут. Ага. В минус. А так и должно было быть. Ну, естественно, блин, они, видишь, призывают этих летунов несчастных. Вот это вот машина. Заразительной сальцы, скажем так. Куда он там наверх летит, я просто не вижу. Да короче, давай вызывать. Он сейчас сам тронет. Все. Победили с горем пополам. Причем там в конце мы как-то начали с тобой пасовать. Но я, в принципе, догадываюсь, почему. Потому что мы с тобой все супер удары потратили. И, как говорится, на развязочку у нас ничего с тобой не осталось. Ну что, третий этап, поехали. Посмотрим, что у нас тут. Какой сюрприз здесь они нам устроили. Ага, опять пляж. Опять пляж. Так, чомпер. Я уже, честно говоря, и забыл, что... Что делают вот эти вот зомби? Так, смотри, что у нас происходит. Угу. А это у нас, блин, взрывная лоза, точно. Взрывная лоза. Вот сюда вот так вот поставим. И сюда. Куда ты бежишь, лохмандеюшка? А что он там делает? Жрет уже наше растение, прикинь, в наглую просто. Сидит, наяривает. Так, у нас тут что-то одни эти лозы
Может быть, ты успокоишься уже, а, гаденыш? Поехали. Так, чемпера. Чемпера куда? Вот сюда, наверное, поставим. Ой. Твою налево, там же этот еще, там... Там эти... Как их там звать-то? Ну, ты понял, короче. Да-да-да-да-да-да. Которые... Рыбаки, короче, одним словом. Так а как мне тут с ними бороться? Я не могу, ребята. У меня нет ничего такого, чтобы... Ну-ка. Попробуем так вот сделать. Куда? Сюда, наверное, поставим, да? Крошево такое тут устроили мы. Так, монетки забираем. Давай так сделаем. И вот так. Нет, не получилось. Вот так. Сюда. Как мне вот этих дом... А, в принципе, подожди, если я вот так вот сделаю, например, и вот так. Да, мы их захомячили. Мы их захомячили. В принципе, я так понимаю, это последний гаргантюа, который у нас тут остался в живых. Подбили. Да, мы с тобой выиграли. Но чертовски сложно здесь было. Хорошо, что вода не прибывала. Вот этот уровень, он как был, так и оставался. А если бы она прибывала, предположим, я думаю, что здесь было бы намного все сложнее. Ладно. Ну что у нас там дальше? По прогнозу дня. Показывайте, пожалуйста. Тыквы. Защитить тыквы? Ты, блин, сейчас серьезно? Хорошо, я предположу, мне кого-нибудь дадут, чтобы я смог кого-то поставить, по крайней мере, туда, в тыквы в эти. Или нет? Вот это меня вопрос, если честно, интересует больше. Сделаем вот так вот. Бонг чё, что ли, сюда поставить? Фиг его знает. Кого, чего тут? Не пойму ни шиша. Так, бублигумы. Давайте вставайте здесь. Давай вот сюда вот влепим. Опа, как так? А как он там пробежал, ты вот объясни мне. Раздавили, да? Да тут, черт его знает, что тут. Я вообще ничего не вижу, что тут надо делать, ребят. Почему они не убираются, я не пойму. Вроде бы как активирую вот это все, но это ничего не помогает. Давай сюда поставим. Так, ну этого давай заклеим с тобой тоже. Пускай это будет в жвачке сидеть. Так, этого сзади поставим. Пускай он бомбит по этому тупорылому гладиатору.
Опять их там целая армада идет. Что сделать? Вот так вот, наверное. Вместо того, чтобы подзаработать, я здесь еще и потратился. Причем довольно жестко. Че, еще не все? Я уже тут губежки раскатал на победу. Ага. На победу, блин. Ты видишь, что сверху творится? Вот и я об этом же. А другого варианта просто и быть не могло. Мне пришлось это сделать, иначе бы они прошли бы. Так, электрический мой бомбит. Нет, он хорош. Вот этот Power Wayne, он хорош. Тут не поспоришь. Забомбили. Так, все. Отдупился. Давай-давай монетки, блин, заработать. Ладно, фиг с ним. Золото золотом, но нам нужны с тобой будут семена. Сколько там еще нам осталось? Последняя миссия. Последнюю миссию надо пройти, и все. И что же нам здесь подкинут? Ну, самый последний уровень должен быть самым сложным. Но, опять же, о, офисный зомби плюс зомби-кальмар, блин. Или как его там, крокатица? Фиг знает, как его вообще там звать. Пум-пум-пум, да. Так, это сейчас будет, блин, свои эти кости разбрасывать. Причем без остановки, блин, бросает их. Просто без остановки. Так, дают солнце. Это конечно, все хорошо. Да в плане, блин. Я вот не помню, что вот это вот растение оно делает. Ага. То есть получается как бы массовая атака, да? Схомячили, просто схомячили. Будь добр, блин, вырасти, пожалуйста, до нормальных, блин, размеров. А этого мы сможем? Да, в принципе, сможем, даже смыч. Есть. Подбили, короче, этих зомбарей. И, естественно, новые. По-другому-то тут и быть не могло. Опа, начинаем забрасывать. Пройдох самый бесявый. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, сюда поставим. У него, короче, атака в кровавую идет. Можешь его остановить, этого зомби? Жрет и жрет там растения мои, бедняги. Все? Нет, не все, еще много будет волн. Заморозь его, а. Поехали. Хомячат, хомячат там. Так, ладно, здесь пробили. Здесь-то что? Кстати, здесь у нас с тобой нету ничего, поэтому...
Сложный, сложный какой-то уровень. Замораживаем. Ну. Да ёк-макарёк, они закончатся когда-нибудь вообще или нет? Вон, смотри, там наверху что делают. Что вытворяет. Так, теперь еще этих офисных болванов не хватало здесь. Пруд, которые... Ну да, конечно. Вот только вас тут, блин, мне не хватало. Влупляй. Так, этого как-то нужно остановить. У меня денег нет, ребята. Если я здесь сейчас фейлюсь, все, я сфейлюсь. А я, походу, дела фейлюсь. Посмотри, что. Вот ты посмотри. У меня здесь ничего нету. Я вот это говно убрать не могу, прикинь. Чух. Все деньги, ребята, которые были нажиты непосильным трудом, я просто сфейлил на этом уровне. А было их где-то около 8000 здесь. Трэш. Ну что, открываем с тобой пиньяту. Стоило ли это того? О, 50 карточек. Это хорошо, ребята. 115. Все? Так, ну что здесь? Здесь у нас больше ничего, в принципе, нету. За конфетки драться. Ну как бы нет смысла у нас, да, за конфетки драться. Так, может быть, нам сходить посмотреть, что у нас там с ареной творится, с лигой, с нашей. Дай-ка я сюда зайду. О, 2000 монет я заработал. Хоть что-то, как говорится, отбил. И все, да? Все. Так, давай, возвращай меня, пожалуйста, на самое начало. Так, а, мы Пенни Пурсуит, по-моему, с тобой так и не допрошли. Не то, что не допрошли, мы только один уровень здесь вообще прошли. Так, секундочку. Нам нужны деньги. Нам с тобой нужны деньги, поэтому поехали. Будем зарабатывать копейку. Защитить вот этих вот олухов. Блин, и это все зимой, это все сейчас будет замораживаться. Но чтобы это все не замораживалось, нам понадобится... огненные растения, огненные, ребята. Картошку я брать не буду. Жаба, все-таки жабу, ребята, мне дали с магазина, который я покупал. Что будем делать? Огненные, да? Огненные растения. Они вообще здесь есть у меня? Вот, раз. Два. Раз, два. Три. 4. А кто еще? Возьмем, наверное, вот этого с собой на всякий случай. Пускай будет. И вот грана, да, виноград. И, блин, этого у меня нету. Может, вот так вот еще сделать. И кого же мне еще? Помидор? Помидор я брать не хочу. Наверное, надо брать подсолнухи. Или же орех взрывной. Ну, скорее всего, подсолнухи будем брать. Где наши подсолнухи? Скажите мне, пожалуйста. Вот они. Так, давайте теперь подумаем, как будет все это у нас стоять. Угу. Подумали, блин, даже... Я ничего не успел сделать.
Угу. Так. Предположим, начинаем пыхтеть потихоньку. Не, зачем нам это? Нам это пока не надо. Блин, они крепкие, что ли, такие? Уж прям настолько крепкие. Окей, спасибоньки. Ага. Толкун, ребята, явился, не запылился. Так-с, давай сделаем, наверное. Блин, сюда надо по любаську. Сейчас раздавит, ребят. Так, там справились, да? А здесь все-таки сожрали мне. Рано еще. Теперь, блин, сверху. Теперь же сверху начинается, а? Сдуваем, 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 сдуваем. Че, врубаем? Так, куда ты там полетела, а? Куда ты там полетела, чувырла, я не понимаю. Ай-яй-яй. Они все туда наверх пошли, они все пошли наверх, ребята. Сбил я их. А этот летающий, смотри, идет. Сейчас мы откинем и на мину. Блин, нет. Давай так сделаем. Поджарили в воздухе прямо. Ну что, этап пройден, ребята. 800 монет получили. Плюс прокачиваем скилл до второго уровня. И двигаемся дальше. Еще у нас хватит. Ага. Так, здесь монетки. Блин, ну уровень слишком крутой уровень. Хотя 10 помидоров, ребята. Но деньги нужны тоже. Деньги нужны тоже. 10 помидоров. Опа. Замороженные зомби. Естественно, они отойдут. Естественно, на меня побегут. Так, куда они тут будут смещаться? Сюда, потом туда. В общем, вот так вот поставим пока. Правильно, пшикай там по ним. Летающие, летающие идут. Что мы этих, конечно, отогрели, это не есть хорошо. Опа. Давай сюда поставим. Пускай здесь у нас будет с тобой цитрон стоять. Мы как-то быстро с тобой потратили весь лук.
Усиляшку забираем. Еще один цитрон, да? Ну, допустим. Допустим, вот так вот все мы здесь забрали. Здесь запульнули. Здесь выставили лук. Ну, в принципе, все. Мы с тобой здесь прошли, получается. Грубо говоря, да, так авансом. Или не прошли? Да не, должны справиться. Последний зомбарь. Мы его подбили. А, нет, вот он, последний. Последний зомби здесь стоит. Ну. Ага, ты назад не бьешь, я понял. Вот ты посмотри. Сколько в него нужно сделать моим бумерангом выстрелов, чтобы его подбить. Падай, падай, давай. Все. Ну, тыщеночку мы с тобой положили в карман. И у нас остается еще одна энергия, чтобы пройти вот этот уровень. 1200 можно выиграть. Попробуем. Тут главное выиграть, а не вложиться и проиграть. Что? Так. Я не знаю, давай вот этот попробуем с тобой. Короче, мои растения тут, я смотрю, замороженные. Ага, на выбор. Опять на выбор. Возьмем, наверное, вот так сделаем. А, тут у него есть уже растения, которые можно. Тогда, наверное, поставим жабу. Подсолнух вот этот вот. А, подсолнух тоже тут есть. А что ж тогда мне нужно здесь... В чем подвох? Что я должен здесь? Ну, давай возьму грохострел еще, к примеру, да? Как дополнительный. И халапеньо. Так, подожди-ка, жабу улучшим с тобой. И еще. Это новое наше, ребят, растение. Потому что в той серии я покупал, но у нас покупка почему-то не получилась. А теперь, как ты видишь, она у меня уже есть в инвентаре. Погнали. Подожди, вот это вот лишнее. Что так вот делать? Поехали, попробуем. Так, подсолнухи. Ну, подсолнухи должны вот здесь вот стоять. Почему здесь, ребят? Ну, потому что если мы ставим какое-нибудь растение, чтобы оно тоже не замерзало. Наверное, я не так сделал немножко. Нам надо было вот этих вот отогревать. Так вот будет поэффективнее, согласись. Так. А вот куда ты летишь, а, пакость? Куда ты вот летишь? Блин, давай так надо сделаем. И вот так. И вот так. Ну куда ты вот, блин, бежишь-то, а? Просто взяла и заклевала мне мое растение, а? Пройдоха несчастная. Там-то что еще? Там толкунчик идет, зомбарей. Давай-ка мы, наверное, так сделаем. Самое то, что нужно.
Так, здесь вот так, наверное, сделаю еще. И вот так. Просто эту гадость нужно было поджигать, ребят, как можно быстрее. Поехали, вот так еще сделаем. Блин, как же ты меня бесишь-то, а? То, что ты вот летишь. Просто бесявая фигня, на самом деле. Зануда. Так, отталкиваем их, правильно. Взрываем, что ли, их тут? Да, взрываем. Так, ой. Так вот я же хотел сделать. Блин, они у них успокаиваются, еще больше несут. Давай так и сделаем. Окей. Солнечная энергия прибыла. Так, дальше что? Сюда, наверное, поставим. И взорвем вот здесь вот. Так, это что? Вот сейчас будет последняя. Вот сейчас будет последняя волна, да? Да. Давай сжигать здесь. Теперь как-то вон там надо. Надо что-то предпринять, друзья, наверху. Что тут, блин, предпринять-то, я не могу понять. Вот так столько. Чесночком, лучком, как там их называют, рачком, блин. Ага, сдули. Спасибо. Хоть на этом. Как ты достал, а, мозгоклюй несчастный. Так, сейчас мы этого зубика шваркнем, и все. Ребята, будет победушка за нами. Идет, главное, с какой-то замороженной глыбой на голове. И думает, что это прикольно. На, не мучайся. Все, друзья. Прошли. 1200 как с куста. Если это можно назвать как с куста. Ну, энергии у нас нету. Слушай, а тут... тут много уровней, кстати. Забрать. 3 гема на халявочку. Окей. Так, больше здесь ничего мне не подкинут? Нет, конечно. Скажешь, что же, да? Скажут, и одного тебе достаточно. Халявки он захотел. Ну что у нас там на арене? Давай посмотрим. Так, а на арене я на каком месте хоть? На втором меня сбросили чуть-чуть. 7. Откуда у меня опять 7 перчаток, ребят? Эмиль. Эмиль. А, ну, подожди, за ежедневки? Нет, ничего я там не получал. Это же у нас... Подожди, это же у нас... Да-да-да. Так, а у нас сохранился? Нет, это не тот набор. Мы с тобой здесь электричеством балуемся. Обычно так. Так, давай-ка вот это вот уберем. А вот это будем с тобой выставлять. Электрические парни, которые будут здесь шпарить по полной программе. Так, секунду, где еще? Где еще электрические? Ну-ка, показывай, показывай, показывай. Не вижу. Ой, а это тоже электрический? О-о-о. Так, наверное, вот этого возьмем и... И все, что больше нам никто не нужен. Я иду по лужам. Больше нам никто не нужен. Скорее всего, да. Ну, виноград можно, конечно, взять. Так, смысл. Этого, может быть, взять. Ну, я не знаю, ребят, ну, что тут еще можешь мне посоветовать. По-моему, все.
подсолнухи их все равно, ребят, раздавят. Они... А, вот. Вот, конечно же. Помидор у нас тоже электрический. Блин, поехали. Так, выставим сейчас все это по Шурику. Может быть, конечно, надо было взять мины, как мы обычно с тобой отдринкаем. Сделаю вот так, пожалуй. И вот так. И погнали. Ну, поначалу, сам понимаешь, будет все довольно легко и просто. Ага. Блин, я против летающих не взял, друзья. Блин, вот это я лопухнулся. Я забыл против летунов взять этих. Ай, молодец. Да, лопухнулся. Да хорош. Что там, начинает пультом уже баловать, да? Ну да. Чудесно, чудесно. Что-то песню эту вспомнил, блин, ни с того, ни с сего. Нафига она в голову мне лезет, эта песня. Чудесно, чудесно. О-о-о-о, бежит. Он со своим пультом, ребята, здесь балует. Ай-яй-яй-яй-яй, бедная лоза. Уничтожает. Ну летит же, засранец. Ну, господи, ну... Все, начинается, ребята, трэш. Поехали. Ёк-макарёк. Блин, это плохо. Это еще целую минуту, а у меня уже все. У меня уже ничего не осталось здесь. Нет, все-таки солнечной энергии не хватает. Как ни крути, но ее не хватает. Вроде бы и кажется, что ее много, но на самом деле ничего подобного. И этот замех постоянно появляется. Ты понимаешь, ты его убиваешь, а он прибывает и прибывает. И помидоры, кстати, очень хороши. Ребята, они здесь вообще топово помогают. Угу, даванули. Просто даванули их здесь всей толпой. Видишь, подсолнухов нету, приходится вот ждать вот этой вот подачки небесной. Да хорош, успокойся. Бежит он тут. Ну что, мы выиграли здесь в любом случае, ребята. Выиграли. И что мы с тобой получаем? Перчатку мы получили. У нас было 7, мы еще одну перчатку получили, чтобы у нас было их 8. Тихо, это не надо делать. Чтобы у нас их было 8. Ну что, пойдем, пройдем, как говорится, до упора. До упора, ребята. Попробуем забрать вот здесь вот все эти бонусы, которые есть. Ну и, соответственно, у нас с тобой будет прокачка идти. И мы с тобой сможем забрать растения. Наверное. Я бы, на самом деле, не отказался бы от этой электрической лозы, поверь мне. Не отказался бы. Уж больно она хороша. Погнали. Расставлять и что-то менять я здесь не буду. Меня все устраивает, как здесь стоит. Помидоры, вот единственное, что, конечно, бы хотелось прокачать, чтобы они бомбили. Они бомбят-то неплохо. Ай, забыл. Мне же нужно было здесь взять против летунов. А я опять забыл. Ну да, бывает оплошности. Бывают вот такие, друзья мои, оплошности.
как бы бомбят, бомбят. Здесь вообще не по-детски. Да, солнечной энергии катастрофически не хватает. Просто катастрофически, друзья. Если не сказать большего. И это досадно, на самом-то деле. И как здесь, например, идет вот этот олух. Сейчас начнет тут бомбашить. Нет, ничего он не стал, не успел просто-напросто. Мог бы, но он не успел. То, что вот тут, блин, да ты посмотри, он бомбит по моему помидорчику. Там такой смачный был, вкусный, сочный помидорчик, и он просто уничтожил его. И здесь я, кстати, скажу, мы фейлимся по полной программе, поэтому шиш нам тут, а не бонус. Ну, удивляться, я думаю, никому не стоит, да, потому что чему тут удивляться? Да. Против летающих все-таки надо было нам брать. Как его там величать, я же забыл. Ну, кливер, короче, одним словом. Мне почему-то кажется, что от него здесь был бы очень даже неплохой толк. А так он, видишь, появляется и летающих просто без конца, без конца и края не видит. Мы, кстати, с собой не на очень-то много и проигрываем здесь. Не на очень много. Просто где-то схандрили. Я хочу сейчас посмотреть, что у моего там оппонента. Что он там взял. Просто вот мне вот интересно посмотреть, что же он такое там взял. Такое супер-пуперское, чего у меня не было. Возможно, уровень прокачки растений, возможно. Давай глянем. Ты сейчас вот это вот серьезно? Вот, вот этим вот он меня смог сделать? Вы меня смешите, сэр. Нет, ну то, что он воблера, ой, воблера, ну взял этого. Давай заплатим, фиг с ним. Давай попробуем так же сделать. Ну, во-первых, клевер, да, клевер здесь нужен, я не спорю. Это моя, как говорится, ошибка, что я его не взял. Сдувать летунов — это святое. Но взять вот эту вот ягоду, электрический забор, как бы я его назвал, чё-то я не совсем уверен. Клевер, так, ну помидор мы уберем с тобой, да? Помидор и вот этого уберем. Берем с тобой, короче, клевер. Где он тут у нас? Вот он, клевер. И забор он электрический взял. Вот этот вот. Я не знаю, ребят. Как-то я немножечко, ну, сомневаюсь. Ну, давай попробуем так. Как у нас там? Подожди, он же должен... Блин, я, наверное, неправильно... Я неправильно сделал, да? Хотя... Черт его знает, посмотрим сейчас. Летающих можно сразу сдувать смело, чтобы не париться там, как говорится. Вот по поводу забора вот этого электрического, ну, хоть ты что делал, мне кажется, что это все не то. Нету там, да? Видишь, он что-то там делает, этот замех. Что-то регулирует, все регулирует. Непонятно, что он там регулирует. Что-то химичит, короче, одним словом. Так, летающих пока нету.
Почему он их смещает? Эти сдулись. Так, отдайте мне вот это все. Это все мое, это все мое. Как же ему не нравится, а? Посмотри. Как же ему не нравится, блин, мои растения, а? Мои чудесные, прекрасные растения. Всех их давит. Понимаешь, всех давит. Давай, давай, будем обороняться из последних сил с тобой. Самых последних сил, что у нас вообще есть. Жить. Улетели. Так, опять эти летающие. Они просто, их куча. Ты их уничтожаешь, они опять вылетают. Ты их уничтожаешь, они опять вылетают. Еще самое бесявое, когда ты теряешь цель. Я свою мышку, ребята, вот в этой сути просто теряю, я не вижу. Трэш. Да. 271 тысяча очков у нас. Очень интересно. Очень, друзья мои, интересно. Но, тем не менее, мы прошли. Мы с тобой прошли. Так. Ух ты, 50 гемов к нам упало. Слушай, следующая награда будет 50 пиньят. Ну, не пиньят, а... Ну, ты понял одним словом, да? 50 семян, так скажем. 50 семян на разные растения. Бобизо. Что еще за бобизо? Мне кажется, вот этот забор электрический — это фигня. Вот это вот, это фигня какая-то полная. И вот это тоже, мне кажется, фигня полная. Потому что, ну, один раз всего лишь использовать его за всю игру, ну, два раза максимум. Мне кажется, это не варик. Лучше здесь, наверное, взять все что угодно, ну, вот, не надо бомбы и ножницы брать. То есть что? А больше тут ничего и не поставишь. Если вот присматриваться, тут больше ничего и нету. Помидор, нет, 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 нет. Это все не то. Ну давай вот так вот. Бред, конечно, это полный. Так, релот. Бред бредом. Ну, а что поделаешь. Может, мне хочется позаниматься бредом. Погнали. И вот это вот для чего? Объясни мне, зачем вот это вот все? Неужели они действительно думают, что я буду здесь кого-то ставить и вот так вот регулировать здесь? Как по мне, это полный бред. Этот опять вызывает свой... И начинается вот это вот у него. Призыв. Летите отсюда. Так, летающие есть? Есть, идут летающие, конечно. Летуны, иди отсюда. Как бы то, что взрывает, это все классно. Блин, смотри. И что? Что он себе позволяет? Просто заходит сюда, как к себе домой.
как к себе домой. И ничего ты с этим не сделаешь. Вот так вот. Это там еще сжигает, блин. И вот это самое проблемное, когда начинаются вот такие вот бомбы лететь. Все, здесь ты уже, ребят, беззащитный. Здесь ничего тебя уже не спасет. Ничего. Начинаешь сопротивляться, а здесь вот такой вот паршивец просто идет в ногу. И бомбы, конечно же, бомбы, ребят. Все, он своими бомбами здесь и сносит. Ну и как ты видишь, там очередная орда прет. Просто очередная. Так что здесь, как ни крути, ребят, никак не выиграешь. Не будет такого, чтобы ты здесь получил очень много очков. Нет, конечно. Тут, грубо говоря, на выживание идет. Просто на выживание. Видишь? Бомбит. Уничтожает все. Никак ему не противостоять. Летающий, он еще летающих вызывает постоянно. Ну, 182 очка. Я надеюсь, что мы здесь с тобой хотя бы победим. Хоть было бы неплохо. По очкам, я имею в виду, выиграем. Ну да, по очкам все у нас хорошо получилось. 128 против... 190 против 128. Так, мы пиньету с тобой забрали. Ну давай глянем, что нам здесь. Горохострел 10 штучек. И все? Молодцы. Такой великолепный бонус мне дали. Ну что, друзья мои, давайте тогда мы с вами на этой ноте будем закругляться, наверное. Забираем с тобой конфеточки две. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до скорого.